Вот это, возможно, серебро. Хотя цвет как у палладия, но вряд ли. Я его обжигал, и что-то оно... Вот такая вот... Блеск потеряла, в общем. Я думаю, тут палладия нету. Если же есть, то в очень маленьких количествах. Дальше. Вот такой резистор. На плате они. Вот они. Два таких резистора. Фирма Tokyo Cosmos. Здесь вот этот бегунок. Скорее всего, из серебра. По цвету очень похож. Вот тут единственная деталь, это японская, где видно, что 80-й год выпуска, третий месяц. Ну вот написано логотип Космос Токио. Идем дальше. Обратите внимание вот на эти микросхемы. Вот эти вот три штуки одинаковых. В них есть позолота. Я одну раскусывал. Вот, и довольно-таки жирная. На керамике. Сейчас даже одну при вас. Я надеюсь, видно цвет, да? Желтая подложка. Так что вот эти вот три штуки микросхемы тоже с содержанием позолоты. Что еще здесь есть? Вот в этих микросхемах, может быть, это оптопары, не знаю, ничего нет. Я проверял. И, наверное, последняя деталь – это вот этот вот переключатель. Тоже я не ожидал. Вот он. Я его разломал. И как мы видим, в нем пластинки желтого цвета. Вон она. Фирма Алко выпускала их. Американский переключатель. Бликует, не могу сфокусировать. Ну, тут написано USA. Вот. Столько было контактов. Вот они. Вот в таком одном маленьком переключателе. Вот, USA написано. Ну и больше здесь ничего приемного такого нету. Хотя и для этой платы довольно-таки жирное содержание. На этом обзор закончен. Всем, кому было интересно, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи!